Здравствуйте, мы находимся в игре Клондайк на нашем новом временном острове. Итак, у нас есть сундук во льду. Мы должны были найти 5 ключей. Итак, расположение ключей. Вот, раз ключик, два ключик, три ключик, дайте памяти, 4 ключик и вот где-то здесь 5-й ключик. И мы готовы открыть. У нас осталось еще 15 часов. Я чуть раньше почистила, но ждала, пока работают предыдущее видео. Ну, главное что? Главное успеть, потому что иначе подарок сгорает. Ну, это обидно, правда? Правда. Поэтому мы открываем. Потом мне останется уже только расчистка и пройти еще немножко поручений. Вот так вот, пока мистандарт насыпется, пока ничего необычного, но мы ждем приятный бонус. Потому что, хотя нет, подождите, подарок довольно-таки неплохой. И дали даже и динамит на нем. Ну вот, кто успел, тот получил. И на этом все. До новых встреч.